Авиакомпании Саудовской Аравии отказываются перевозить израильтян. Граждане Израиля, желающие вылететь из аэропорта в США, жалуются на то, что не могут заказать билеты на сайте компании. Когда они указывают, что располагают израильским паспортом, система перестает работать. Причем распространяется это не только на тех, кто собирается лететь непосредственно в Саудовскую Аравию, но и на пассажиров, которые хотят пересесть в этой стране на стыковочный рейс. Предположение, что проблемы с заказом авиабилетов в интернете – это всего лишь техническая неполадка, опроверг известный общественный деятель, кандидат на пост мэра Нью-Йорка Билл де Блазио. Один из сотрудников его офиса позвонил в компанию и сказал, что не смог купить билет на сайте и попросил ему помочь. Менеджер саудовских авиалиний сначала спросил, нет ли у него какого-нибудь другого паспорта, кроме израильского, затем посоветовался со своим начальством и в итоге заявил, что граждан Израиля не допускают на рейсы компании. Руководство авиакомпании Саудовской Аравии от комментариев отказывается. Согласно законодательству Соединенных Штатов, авиаперевозчики, в том числе и зарубежные, не имеют права дискриминировать людей по национальному, религиозному или другому признаку.